На улице Русской в серьезной аварии пострадали два автомобиля. Столкновение произошло прямо на пешеходном переходе, по которому переходили люди. В темное время суток нужен глаз да глаз за дорогой. Чуть проморгал, и неприятностей не избежать. Вот и хозяйка автомобиля Mazda Axella на секунду отвлеклась, и как результат – дорожно-транспортное происшествие. Женщина ехала по улице Русской в сторону Снеговой Пади, вслед за автомобилем Nissan Tiida. В районе 71-го дома Nissan Tiida остановилась перед пешеходным переходом, а Mazda Axella не успела. Девушка не захотела останавливаться, да, она посчитала, я лучше вперед поеду. Она как-то сказала что-то. Да ничего не сказала, мы подошли к ней, она как бы сказала, что у нее болит голова. Переходил человек дорогу. Как бы хорошо мы его не задели, как бы он еще не успел пройти дорогу. Он увернулся, да, но мы еще несколько метров вперед проехали. Находящаяся за рулем Mazda Axella женщина в шоке. Она понять не может, как же так произошло. Дама уверяет, она нажала на тормоз, вот только на скользкой дороге автомобиль понесло дальше. В дорожно-транспортном происшествии обошлось без пострадавших, если не считать сами автомобили.